Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас Skoda Octavia 2013 года в кузове А5 с двигателем 1.6, 102 лошадиных силы. Сегодня поменяем воздушный фильтр. Открываем капот. Воздушный фильтр находится вот здесь. Для того, чтобы добраться до фильтра, необходимо открутить 4 25-х торкса. Раз, два, три, четыре. Откручиваем. Снимаем крышку. Вот он, воздушный фильтр. Чтобы его снять, необходимо открутить еще вот этот держатель. Здесь такой же 25-й торкс. Мы его откручиваем. Приподнимаем вверх вот так вот. Он там на таких полозьях ходит. И достаем фильтр. Все. Вот он, воздушный фильтр. Так, вот его номер для заказа. Корпус воздушного фильтра желательно протереть, по возможности пропылесосить. Песочек здесь вот он никуда не девается, появляется со временем. После чего берем фильтр, отверстие. Здесь глухое, здесь отверстие. Вставляем. Корпус. Берем наш фиксатор. Вставляем фиксатор. Сразу же фильтр зажимается и уже плотно сидит. Затягиваем саморез. Сильно тянуть не надо. Затянули, все. И обратно одеваем крышечку. 4 самореза обратно затягиваем. Все. Весь процесс замены фильтра занимает буквально 5 минут. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!